В эфире «Радио Свобода» «Дежавю». Программа о прошлом, которая догоняет настоящее. Мы говорим о схожести времен и событий, о проблемах, которые кочуют из одной эпохи в другую. Все меньше на Земле мест, где диктаторы могут скрыться от возмездия за совершенные преступления. Тем, кто сегодня старается сконцентрировать всю власть в своих руках, стоит обратить внимание на судьбу своих предшественников, посмотреть на печальные итоги их деятельности и сделать для себя необходимые выводы. Специальный выпуск «Дежавю» для Владимира Путина. Программа «Дежавю» на Радио Свобода в пятницу 18:30. И не слушайте телевизор, смотрите радио.